В зале администрации состоялось расширенное планерное совещание под председательством Заура Хамирзова. На повестку дня было вынесено немало важных вопросов, которые требовали рассмотрения и принятия соответствующих решений. Заместители главы района представили отчеты о проделанной работе в своих сферах деятельности. Особое внимание было уделено разработке концепции развития сельских поселений, так как развитие сельской местности является одним из приоритетов районной администрации. Также был рассмотрен ход призывной кампании. Важным моментом на совещании стало обсуждение санитарного состояния населенных пунктов. После рассмотрения всех вопросов глава района выступил с определенными поручениями и установил сроки их выполнения. В заключении мероприятия Заур Хамирзов вручил благодарственное письмо главе администрации майского сельского поселения Андрею Дацко от Министерства культуры за активное участие и высокую организацию при проведении регионального фестиваля-конкурса «Возвращение к истокам. Путь к возрождению».